Глава 10. Рейден. 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 Рейден, мой старый друг. Мастер Борайчо. Мастер Борайчо, рад встрече. Давно мы не виделись. Да, давно, очень давно. Старые воины должны держаться вместе, да? Согласен. Полагаю, твой приезд объясняется последними событиями. Да, да. Я беспокоюсь, что Шинок может вернуться. Я пытался связаться с тобой. Я опасался худшего. Похитив амулет Шинока, Кана расставил западню. Чтобы обезвредить ее, мне пришлось странствовать по множеству миров. Мне нужно вернуться в покои Дзинсея, восстановить силы. Значит, ты вскоре сможешь его вернуть? Амулет Шинока? Не могу сказать. Обезвреживать западню Кана пришлось с полной отдачей. Я восстановлю силы и поговорю с генералом Блейд. Если бы мы сумели уничтожить Шинока в прошлой войне, если бы он был смертным. Какая красота! Словно я смотрю на самых старших богов. Я все же надеюсь, что мы сможем обратить эту катастрофу в свою пользу. И как же? Магия Кванчи связывает души многих дорогих нам людей. Поймай его, и мы заставим его освободить их. Воскрешение Лю Кана и Кун Лао? Полагаю, это возможно. Пока жив Кванчи. Я долго скорбел о душах наших товарищей, пожранных злом из преисподней. Кун Лао и Лю Кан, они были мне как сыновья. Я бы перевернул небеса, чтобы вернуть их жизни. Мастер Борайчо прав. На борту корабля мастера из Шаолиня. Борайчо говорил, второй уже разгружен. Нужно выяснить, куда он направляется. Он заговорит. Я об этом позабочусь. Держи себя в руках, Кун Лао. Они напали на Академию Вуши, убили мастера Вэня. Есть границы, которые мы не переходим, даже имея дело с Таркатанами. Да, лорд Рейден. Все еще не могу поверить, что Шао Кан решился на такое дерзкое нападение. Она показала, насколько уязвимо земное царство. Шао Кан знал, что у нас нет выбора, только согласиться на новый турнир. Лю Кэн победил Шан Цунга, он победит и Шао Кана. В свое время, Кун Лао. Сначала мы освободим Шао Линь. Все на борту? Эта особь уходит с отливом. Мы готовы. Шао Кан требует, чтобы заложники остались невредимы. Их раны не смертельны. Надеюсь, Барака. Ради твоего же блага. И твоего тоже. Причините им вред, будете иметь дело со мной. Таркатанов так легко побить? Пустые угрозы, Рейден. Ты не доживешь до турнира. Да что ты? Not a fool.
Зараза, опять X-Ray сбросил. Не вовремя я его сделал. Ты вернешься в пустоши с пустыми руками. Прочь с дороги. Какая мощь! Кто ты, Рейден? Я есть истинный свет. Я защищаю земное царство. Эту особь не волнует судьба земного царства, и она не чтит никаких богов. Хочу что-нибудь электрическое замутить. Получается. Поймала. Ладно. Давай я тебя чем-нибудь тресну. А, тут заразы ничего нет. О, мужичком, блин, мужичком хотел кинуться. Брось. Ну ничего, еще есть шанс. Лови мужика. Хватит уже с меня твоих мушек. Вот так вот. Вот это уже интереснее. Лови. Слушайте, у нее одной синий, или это просто потому, что ее электричеством Рейда нагрел? Синие кости. Внимай, когда говорит Бог. Они не очень мне досаждали. Немного пофыркали и порычали. Освободи всех, кто на борту судна. Затем вы найдете второй корабль. Куда вы отправитесь, лорд Рейден? Турнир скоро начнется. Присоединяйтесь ко мне, как только сможете. Мы победим, лорд Рейден. Не сомневаюсь. Борайчо! Еще один твой союзник повержен. Когда он умрет, я заберу его душу. Ты не знаешь его силы. Тебе не покорить его душу. Прикажете убить его, лорд Шинек? Не сейчас. Он будет наблюдать, как я порабощаю его мир. Затем я заточу его, как он меня. Не стоит прежде времени бахвалиться победой. Но я уже победил, Рейден.
Лао, остановись. Я служу Шинаку, потому что Шао Кан убил, и ты это допустил. Я приму в твоей смерти более активное участие. Да что ты, зараза, получается, блин. Тогда будем по-простому. Извините, шаолинцы, но вы мне сейчас нужны. Покидаться вами. Еще разок посмотрим его чудный рентген-атаку. Чудный X-Ray. Ты заслуживал лучшей участи. Это не твоя судьба, Лю Кэн. Снова видение, Рейден? Ты все еще видишь будущее? Видения ушли, но я знаю, что будет. Я оказался здесь по твоей воле, несчастный случай. Это мучает меня до сих пор. Стоит поблагодарить тебя. Ты меня освободил, старшие боги, которыми ты так пышался. Я помогу Шинаку свергнуть их власть. Пышался, что-то я такое слово сказал. Неподходящее. Точнее, подходящее, но, наверное, многим непонятное. Ну, сказал так сказал, что уж теперь. Ах ты, засранец. Ну, блин, молнию делаю. Бафаюсь, а что потом? Ничего красивого потом не происходит. Вот так. Искрическая концовочка. Крут. Не, ну Лю Кэн, конечно, крутой. Никто не спорит. Шустрый парень. Кинуться бы в него чем-нибудь, но я не умею. Ай! Хотел рентген сделать в последний момент. Жизни у меня мало уже оставалось. Ах.
Очень жаль, что наши пути пересеклись именно так. Ты не осквернишь Чинсей, Шинок. Мы сражались много веков, Рейден. И, наконец, наша борьба закончена. Это еще что? Давайте уходим, уходим. Пошли. Трепещите передо мной, старшие боги, ибо я поглощу силу земного царства. Нет, Шинок, даже теперь другие придут свергнуть тебя. Так, ну что же, теперь детки наши будут править балом. Увидим об этом в следующей серии.